Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Богдана Арника. Сегодня была на выставке работ мастера по резьбе по дереву. Это выставка под открытым небом на площади. Мастер-резчик Евгению Кирику. Ну, гид нам рассказывал, что резьба по дереву – это вид декоративно-прикладного искусства, художественной обработки дерева, старинный народный промысел. Есть типы резьбы – сквозная резьба, глухая резьба, скульптурная резьба, домовая резьба. Еще есть резьба бензопилой – это уже современный вид резьбы по дереву. Это изумительный по красоте и очень популярный вид ручной обработки древесины. Согласитесь со мной, какие красоты. Резные детали интерьера покоряют своим великолепием, своим внешним видом и отражают богатые национальные традиции. Искусно выполнена резьба в форме витиеватых узоров и орнаменту оживляет мир и наделяет его изысканностью, шармом, подчеркивает вкус владельца и особенно талант мастера. Работы лучших мастеров украшают храмы. Резьба в стиле барокко, как мы видим здесь, это плоскорельефная резьба. Она отличается обилием резных цветов, завитков, листиков, сказочных животных, птиц. Вот. Также нам рассказали, что в базовый набор инструментов входят ножи и стамески, разные надфили, ножовки. Древесина, из которой делаются все эти красоты, это осина, липа и береза. Это мягкие типы древесины, а дуб, самшит и красное дерево – это очень дорогие и сложные виды древесин. Пока мы ходили и обожали все эти рамки, в которые можно вставить зеркала, можно вставить картины, можно вставить портреты, вот эту всю резьбу, эти все детали можно покрывать лаком, а можно покрывать золотом. Вот мастер в работе, он показывает стамески, вот скульптурная резьба из разных видов древесины. Смотрите, какие красоты, какие статуи, статуэтки большие, маленькие, совсем небольшие. Вот, смотрите, портрет, цветы, разные кухонные наборы. Вот эта школа. Это школа Диджанату Артистико, Читади Кастеллионе, город Кастеллионе. Повторяю, мастер Евгению Кирико. Есть его номер телефона, кого интересует, могу дать. Можно купить, заказать его работы. Смотрите, какие красоты, птицы. Вот зеркало. Вот там пейзаж этого города. Города Кастеллионе. Смотрите, какая красота. Здесь цветущий сад. Тоже очень красиво, очень сложная работа. Все из одного куска дерева сделано. Просто загляденье. Я смотрела вот так с открытым ртом, без слов. Смотрите, какая рамка и какая красота. Кораблик на волнах. Парусник на волнах. Здесь уже небольшие работы. Смотрите, разные тарелки, рамки. Всем приятного просмотра. Пока-пока. Спасибо.